Мы не переболели коронавирусом. Директор Национального центра биотехнологии опроверг мнение казахстанцев о якобы уже приобретенном иммунитете. По мнению Ирлана Романкулова, симптомы коронавируса, несмотря на схожесть с гриппом, протекают намного сложнее, и смертность от нового вируса гораздо выше. А домыслы пользователей, что многие им переболели в ноябре прошлого года, не соответствуют действительности. При этом вирусолог допускает сложность диагностики вируса. Причины могут быть разными. От времени с момента заражения и до соблюдения всех правил забора биологического материала. Человек прилетел там, из США, его карантинизировали, взяли пробу отрицательную. Но это не значит, что он не инфицирован на самом деле. То есть он может быть в самом начале инфекции, когда еще очень мало вируса. И затем, допустим, через несколько дней, он уже показывает клинические симптомы, и когда еще раз делают анализ, то уже обнаружат у него инфекцию. Тем самым ученый еще раз напомнил о важности соблюдения всех требований карантина. Как показывает реальность, на общее количество зараженных никоим образом не влияют развитость или определенные достижения страны. Болезнь очень заразна, потому всем необходимо, вопреки социальным и культурным особенностям страны, соблюдать главное правило профилактики COVID-19 – самоизоляция. Китайцы, вот, допустим, традиционно более коллективны. Ты им говоришь, вот, не ходить туда, они не будут туда ходить. Да. Я думаю, что у нас промежуточный менталитет. То есть мы все-таки, наверное, не такие дисциплинированные, как китайцы, но мы, я думаю, более дисциплинированы. И мы лучше, наверное, осознаем общественную потребность и необходимость чем-то пожертвовать в личной жизни ради общества, чем те же американцы.